Хорошо ли бегают немецкие санты? Сколько слов помещается в самом длинном кроссворде? И в какой стране кино теперь в законе? Об этом не только в нашем обзоре. Спортивный Санта в пригороде Берлина прошел традиционный, уже 9-й забег Дедов Морозов. События семейные. Единственное условие для участников – красная куртка и шапка Санты. Впрочем, некоторые на этом не остановились. И чтобы больше походить на новогоднего персонажа, надели весь костюм вместе с бородой. В этом году по улицам городка пробежало около 1000 сант. Рекорд для любителей головоломок. Пенсионер из Литвы составил кроссворд длиной 150 метров и установил национальный рекорд, зашив головоломку 12 757 слов. Горизонтально-вертикальный узор мужчина начертил на листах формата А4, склеил их между собой и отнес самодельный сверток для официального замера в местную библиотеку. Предыдущий рекордный кроссворд в Литве составлял 7080 слов. Дикий слон атаковал пассажирский автобус в провинции Юньнань. Великан пробил лобовое стекло и начал толкать машину. Никто из пассажиров не пострадал. Местные СМИ сообщают, что раньше этот же слон пытался сбросить с дороги грузовик и сильно его повредил. Тогда тоже обошлось без жертв. Почему животное так себя ведет, неизвестно. Местные предполагают, он воспринимает транспорт как соперника. Долго и счастливо не получилось. В Австралии однополая пара подала на развод сразу же после принятия закона о легализации гей-браков. Лесбийская пара из Перта расписалась еще в 2015 году в консульстве одного из европейских государств. Но отношения не сложились, а процедуры удаленного развода по европейскому законодательству для неграждан ЕС не существует. Новый австралийский закон открыл дорогу не только для бракосочетания, но и для обратного процесса. Почти полвека без большого экрана, попкорна и колы со льдом. Спустя 35 лет Саудовская Аравия снимает запрет на кинотеатры. Смотреть фильмы на широком экране местные жители смогут с марта 2018 года. Власти решили, что это не только на пользу культурной экономики королевства, но и принесет государству дополнительные деньги и создаст новые рабочие места.